Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами посмотрим, как кукла из игры в кальмара стала такой, знаете, пышной! Пышной! Именно так, упитанной! Посмотрим, как это может быть вообще? Как она могла так сделать? Интересно. Все, кто за 3 секунды поставит лайк и подпишется на мой канал, к вам сегодня ночью не придет кукла из игры в кальмара. 3, 2, 1, 0. Поставили? Молодцы! Ну а мы начинаем! Тор? Человек-паук? Это костюмированная вечеринка? Ой, зачем ты кричишь? У нее, кажется, очень много слишком датчиков. Итак, процесс запущен. Кто как? Супергерои все здесь. Все, конечно же, сразу же начали применять свои суперсилы. Ну а кто бы не стал этого делать? У супергероев должна быть выдержка. О-о-о! Все такие ему, ты молодец, молодец, молодец. Но, кажется, это ненадолго. Это ненадолго. Ну, приветик. Все, кто сейчас танцевал, вам конец. Как-то это слишком, знаете, глупо надеяться на то, что она из-за того, что заклеили ей глаза, перестанет убивать. Ее нужно было вырубать конкретно одним выстрелом. Вы все тут такие мощные. Зачем вы участвуете в этом? Зачем вы с ней играете? Если вы такие мощные, вы можете вообще в космос улететь, а вы какой-то фигней занимаетесь. Опс, нервишки-то сдали. Тор отразил. И куда этот луч-то пошел? У Тора очень мощный молот. Его невозможно победить. Ну все. Это то, что я вам говорила в предыдущий раз. Что там? Что с ней? Капец, у нее выражение лица. Они ее сломали? Все? Ну-ка. Нет, она восстанавливается! Тор, прости, даже твой молот не спас тебя. Ой, мамочки, как же ее выиграть-то? Как? Перчатка Таноса, самая мощная вещь на вообще... Пополам! Ну так половина осталась. Ей же без разницы, половина ее или часть. Перчатка осталась целая, я же говорила вам. Ха-ха, блин. Так. Ой, мамочка! Я не могу на это смотреть! Нет, не шевелись, я тебя прошу! Нет, стоп! Он уже забрал перчатку Таноса, он может сделать все, что угодно. Она смеется одной половиной лица. Это жесть, ребята, это просто жесть. Все, он сейчас ее застрелит. Она, кстати, с половиной лица стала еще страшнее, чем была до этого. Прям какой-то кошмар. Камешек-то вставляй. А что вставлять камешек-то, если уже все? Стреляем. И вторая половина исчезает. Обалдеть. Вы понимаете, что щелчок, он, мне кажется, не регулируется. То есть могут исчезнуть не только друзья, ой, не только враги, но и друзья. Вот в этом-то вся и опасность. Или можно как-то регулировать этот момент? Устранить этих. Это странно. Мы потом с вами отправляемся прямо к дереву. Тебе весело? Смотрите, духи. Ну вот он остался один-один-одинешник выживший. Я же говорила, перчатка Таноса это самая сильная штука во вселенной. Ты зря такой разгон взял. Ты что? Все. Такой классный парень, его так быстро пристрелили, очень жаль. Блин, это выражение ее лица, когда она вот так смеется, это, конечно, жесть. Ну что там? Супергерой? А ты что думала? Он не так прост, как кажется. Или кто ты? А ты-то какой крутой, оказывается. Я бы сказала, что ты как железный человек, только в современной интерпретации, в классных кроссовках.
Стреляй. Откуда в ней это? Я не знала, что она умеет так делать. Обалдеть! Нет! Нет, нет, нет! Дайте вот вы вообще, вы даже не справитесь с ней ни секунды, потому что вы даже вовремя остановиться не можете. Все-таки она его победила. Да? Откроем глаза. Нет? Всем кранты. Абсолютно. А что с нашим желтым парнем? Парень, ты такой же желтый, как моя стена за моей спиной. Ты можешь встать? Смотрите, смотрите, он в форме призрака полетел. Да призрака не возьмешь пулей. Или возьмешь? Нет! Ха-ха-ха! Теперь призраки все тех, кого ты рипнула, будут за тобой следить. А как она, интересно, его видит? Ему-то вообще без разницы. Ему без разницы. Я думал, он едет как бы ей сделать, а он просто за линию такой сошел. Эй, парень, ты призрак, ты можешь уже не играть, тебе не нужны эти деньги, все. Все мирское теперь осталось для тебя позади. Это даже очень жалко, если ты выиграл, ты не можешь забрать свои деньги. Ой, тут у нас танцы до упада. И романтические какие-то моменты, которые оборвались каким-то сигналом. А, все, это значит, кто-то зашел, и сейчас будет игра. Вот первый самый смелый. Обычно гибнет тот, кто самый смелый, и это плохо. Вы видите? Вы это видите? Как бы он шевелится. Эй, прием, он живой, он с вами сейчас будет играть в игру, которая вам вообще не понравится. Именно так. Эй! Ключ вы у него не заберете? Нет. А зато он может забрать ваши головы. Именно так. Бегите! А уже поздно. Все, кто пришел сюда, тот уже оттуда не выйдет. Не только не девочку, отдайте ее. Поставьте ее на месте, положите. Ой. На-ка тебе зубную щеточку. Она его сейчас обескуражила этим ходом, я уверена. Я уверена. А вы тут что смеетесь? Где ваши зубы вообще? Видели, они без зубов все. Так, все, выметайтесь. Она сделала его зубы еще более опасными. Сейчас будет погоня. Погоня, погоня. Ну вот она, погоня. Я же говорила. Кажется, они запыхались, но нельзя останавливаться, когда за тобой гонится Хаги. Надо бежать, даже если нет сил. Что там? Так ведь тут еще Кисси-Мисси ходит, вы не забыли? Вот! Я как чувствовала, что она придет! Ну и что же мы будем с вами делать? Так. Так. Ну, а убегать-то некуда. Убегать некуда, все закрыто. Самое опасное в этой игре, что за тобой закрываются двери, ты больше никуда не можешь сбежать. Кто бы мог подумать, что она может прийти на помощь. Но ведь она же против них, и ей прям это нравится. Что? Что? Поймайте ее, поймайте. Спасибо. Кто ее поймал? Девочка, которая... Могла бы вообще этого не делать, а наоборот порадоваться тому, что ее больше нет. Но благодаря этому она заслужила одобрение с обеих сторон и право на выживание. Не берите эту куклу. Пожалуйста, не надо ее брать. Итак, у нас тут плейтайм, стоит Хаги с ключом. А где ваши вот эти руки? Вы не допрыгнете. Опять у нас смельчаки отправились играть с Хаги. И что вы думаете? У них что-то получится? Да тут осталось чуть-чуть дотянуться, давай! А ему смешно. Они видели, я надеюсь, что он смеется над ними? Это очень странно. Это странно. Шоп. И хвать. Ну, вы видите, что он живой, вас это не пугает? Вы не видите, что ключ перемещается в пространстве? Ну ладно, ты что сидишь отдыхаешь? Придут же ребята, тебе же нужно ключ от них прятать. Вот. Вот сразу встал. Они решили у него кидаться чем-то? Это яйца, что ли? Не попадите в него, он потом не отмоется. У него слишком сложная шерсть. Все, попали. Еще раз попали. Боже, яйца так пахнут. Особенно, когда ты Хаги, и это все смешивается. И ужас еще. Это что за молот? Это не молот Тора у нее случайно. Кажется, это он. Откуда у девочки молот Тора? И почему Тор не приходит за ним? А? Я не знаю.
Так, 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 теперь уже Хаги убегает. Смотрите, что они сделали. А ключ-то где? Заберите ключ, пожалуйста. А потом можете с ним делать что угодно. Цель-то не в этом, чтобы догнать Хаги, а цель в том, чтобы забрать ключ. И пойти дальше. Нет, они не могут остановиться. Боже, это что? Я говорю, они не могут остановиться. Они привезли какую-то пушку. Поджигай! Поджигай! Баба! Ну все, сейчас придет Кисси-Мисси и всем конец. А вот и она. Она сидит за своим рабочим местом. Тут видит эту девочку. И тут смотрит, что Хаги поставил ей лайк. Огромный такой лайк. И такой подкатывает к ней своими цветочками. Она такая... Какая драматургия, какая драма. Вот так вот переживать из-за лайков. Разве? Да, ну и ладно. Нет, хотя нефиг ставить лайки никому. Я против лайков. Если у тебя есть девушка, наверное. Что это во мне говорит? Какая-то ревнивая дама во мне говорит. Ну что ж, ну что ж, ну что ж. Мы с вами видим что? Что Хаги плачет, потому что он потерял любовь всей своей жизни. Вот. Понимаете, как для Хаги это печально, потому что второй такой Кисси-Мисси нет. Вообще больше не существует, мне кажется, такой же, я не знаю, породы этого вида. Этого вида больше нет, то есть у него только Кисси-Мисси, других вариантов не существует, вы понимаете? Это то же самое, что, например, на планете существовал бы один человек. И ты такая одна, и все, больше вариантов нет. Это грустно. Эй, тихо, ты не злись, не разобралась в ситуации, подожди, я все расскажу. Я должна объяснить тебе. Она меня не слушает, она вот на своей волне какой-то двигается и меня вообще не слушает. Эй, он ни при чем, ты сама себе все придумала. Он просто поставил лайк, потом пришел к тебе с цветами, ты его отлупил, он сидел плакал, а эти люди просто помогали его утешить. А теперь они еще должны спасаться и бояться, что их сейчас сожрут. Она идет, о нет, она сейчас упадет. Упадет из-за своей же ревности. И агрессивности, вы понимаете? Это кошмарно. Ой, ужас. Вот это да! Что же будет, что же будет? Все это, посмотрите, какая милота. Мир, дружба, жвачка, хаги-ваги, кисси-мисси. Все супер! Ты, говорит, на меня больше вот так вот не бей меня. Когда я лайки ставлю другим... И у меня для тебя есть кольцо. А кольцо-то, смотрите, с каким большим камнем. Хаги-ваги может зайти в любой магазин. Ой, свадьба! Свадьба! Я люблю свадьбы. Добро пожаловать. Теперь Хаги-ваги сидит здесь, кажется, играет. А Кисси-Мисси убирается. Мне кажется, сейчас ее будет это дико бесить, что она убирается, а он сидит, играет в игре. Вот бесит же, согласитесь. Когда ты делаешь какую-то такую, знаете, работу не очень чистую. Точнее, ты делаешь грязную работу, чтобы было чисто, а кто-то просто сидит и прохлаждается. Это бесит. Поэтому, может, мамы частенько говорят, встань, помоги мне, уберись, потому что это реально бесит. И надо помогать. Так, 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 у нас тут посетители. Ну, что вы думаете делать? Что ты кричишь? Хаги-ваги, да, ты не знала, что он здесь? Ключ у него. Ну и что? Думай, 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 думай! Так, так, так. Ну и как бы мы это с вами сделали? О, как они это сделали? А, они его пощекотили. А он не любит такое. Смотрите, смотрите, он сейчас на них набросится, он на них набросится. Как Кинг-Конг. Бегите! А что ты смеешься? Ну, потому что у него ладошки есть. А когда у тебя есть ладошки, тебе вообще ничего не страшно. Оторвала клок у него. Бедный Хаги. Это было жестко. Это как у девочки выдрать клок волос. Смотри, что они со мной сделали. Ну, сейчас им кранты будет. Все. Все. О, боги! Что? Куда это она? Она?
разлюбила его и выбрала другого? Он его порезал! Смотрите, смотрите, смотрите. Киси-миси просто не понравился. Он с обгрызанным животом. И она ему такая говорит: давай, я сейчас брошу тебя. О, опять у нас тут трагический момент. Кто-нибудь поймает его? У него и так нет на брюхе волос. Поймайте его, ему и так грустно. Киси-миси, я так и знала. Ну а что ж, жених-то тот уже помер. Так что нужно брать предыдущего. А что такого? Разбей окно, и все, будет она твоя. Разбей окно! Молодец! Они меня иногда слушают. Вот такое видео сегодня было, друзья. Надеюсь, вам понравилось. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вас очень люблю, целую. Пока!